все-таки это 1-1 счет по игре? Ну, наверное, да. Но все-таки у нашей команды было больше моментов. Это мое мнение. Ну, в принципе, так со стороны, наверное, было видно. Игра была добротная. Поле, правда, чуть-чуть было скользко, погода внесла свои коррективы. Но в целом, я считаю, что мы должны были выигрывать. Насколько сильно помешало сегодня игре «Чайки» размокшее поле? Ну, мы были в равных условиях. В Болгарии мы, то поле было у всех одинаковое. Но было бы лучше, если бы мы, конечно, играли дома намного по всем статьям. Как сегодня оценишь действия нашей команды в обороне? Неплохо. Все стандартно, все по плану, в принципе, было, за исключением пару моментов. Вот Волгарь воспользовался этим моментом и забил нам гол, отыгрался 1-1 счет 100. Так в целом нормально. Чем можешь объяснить потерю концентрации в концовке матча? В концовке матча? Так... Все-таки у наших ворот не возникало моментов где-то до 75-й минуты. Потом постепенно начали возникать. После гола, ну, пошли, мы хотели выиграть, пошли все в атаку. Оставалось в обороне минимальное количество людей, вот. Наверное, поэтому и появились разрывы зоны. Так в целом все равно справились. Нам было забивать. Мы пошли атаковать, и чуть не получилось в конце. Как считаешь, пропущенный гол, кто виноват? Ну, не могу сказать так. Это тренер скажет. Но все. Мы же команда, одно целое. Все были вместе. Сегодня было мокрое поле. Вот только Влад Дубовой однажды решился на дальний удар. Почему так мало били поворота? Я не знаю, хотели, наверное, закатить, до верного сыграть. Надо было больше бить, нам и тренер говорил на установке это. Да, я считаю, что надо было с самого начала больше бить, потому что мяч летел, поле скользило, все как надо было. Не воспользуюсь этим бонусом.